Провести выходный день на природе с корыстью можно будет у наступную субботу. 20 кастрычника у Гомельской области, как и по всей краине, пройдет акция «Чистый лес». Стать ее удельником может каждый. Для этого треба звернуться у лясництва. Доброхводников обещают обеспечить необходимым инвентаром. До речи, у минулым годе акцию подтримали больше, как 35 тысяч человек.